210 тысяч донатов. 210 тысяч донатов! Зачем? Привет. Привет. Я тебе позвонил, сказал, что сейчас приду. Привет. Он вроде дома, я так понимаю. Ну, дома нет, правда. А с кем? У соседка Кира, девчонка тоже такого же возраста. Подожди. Кир, ничего тут у нас с камерой пришли? Подожди. А ты знаешь, ты ролики с ним смотрел? Да. Я сижу, получается. То есть она все знает. Но ты же не гриферш, ты же не можешь быть гриферш. 210 тысяч, сука. В смысле, блин? 210 тысяч. Я прихожу, вас здесь двое. Ты знаешь, что я сержу, вы, оказывается, соседи. Кир, что у вас здесь происходит? Что Кир, может, ты нам поверишь? Может, я... Кир, ты решил завалить деньги, что ли, или что? Они завалили 210 тысяч рублей в Майнкрафт. Короче, ставь лайк и смотри обязательно, что сейчас будет дальше. Друг, ты можешь так же, как я, снимать гриферов, если ты станешь владельцем сервера. Ты получишь доступ к регионам гриферов и сможешь ломать им их сундуки. Пропиши килл гриферу, чтобы он не спорил. Да ты получишь почти все права, как у меня, если ты станешь владельцем сервера. Ты сможешь превратиться в голема, если станешь владельцем сервера. Ну или в любого другого моба. Ну и прикинь, как круто стать големом и ломать дом гриферу, ведь у тебя будет доступ к его региону. Ладно, превратимся обратно в игрока. Стань владельцем и сделай себе любой префикс, какой захочешь. Например, префикс главарь. Вау, и у вас будет префикс, прям как у меня, главарь, вы увидите его здесь в статусе. Ну или вообще спрячь себе префикс. Префикс спрячется, и грифер будет думать, что вы обычный игрок. Ну и конечно, как владелец, ты сможешь вычислить настоящий IP грифера. Прописываем команду sin грифер, и нам выдает настоящий IP-адрес грифера, с помощью которого мы можем его троллить. Ну а в конце посади грифера в тюрьму нашего сервера с помощью команды jail. Ты получишь все эти права, если ты станешь владельцем сервера на нашем сервере Sergiocraft. Мы вновь запускаем для вас скидку в 90% на владельцев. Стать владельцем ты можешь прямо со своего телефона на нашем сайте Sergiocraft. Поэтому будем тебя ждать. IP в описании под видео. Давай к нам. Я не знаю зачем, но он снова дверь тут. Я сейчас нахожусь здесь. Я позвонил, меня ждут. Она меня ждет, мама у него. 210 тысяч донатов. 210 тысяч донатов? Зачем? Почему? Я прям сейчас буду разбираться под ваши лайки. Я уже позвонил, сказал, что я приду. Опа. Опа. Ну, меня мама ждет. Сейчас будем разбираться. Меня мама ждет. Привет. Привет. Я тебе позвонил, сказал, что сейчас приду. Я в курсе. Потому что опять натворены дела. Опять натворены дела. Ты мне тут... В школе нормально учится? Нормально. Ну, наоборот, так. Все хорошо. Сейчас вот стало. Сейчас закрою. Закрой, да. Угу. Как? Что-то у него проблемы были в конце года. Нормально все? Четверки сейчас вроде пока еще. Ну, начало только триместра. Четверки вроде идут. Он вроде дома, я так понимаю. Ну, дом нет, неправда. Не знаю, ничего, можно там. А с кем? У соседка у нас. Какая соседка? Соседка Кира, девчонка тоже такого же возраста. Ну, сидят что-то там в компьютере. Подожди, он сейчас не один с соседкой? Не один, да, в компьютере сидят что-то там. Так, неожиданно. А ну, мне идти, а можно мне? Да ну, знаю. Не, ну да, подожди. Хотя, че? Ну пошли. Я вот это... могу спросить. Так. Кир, ничего тут у нас с камерой пришли? Ничего говорит, значит, это мол, не будет, наверное. Кира? Что опять случилось, Орлёв? Что опять случилось? Так, Кира, ничего. Я не знаю, что за... Вот. Кира, приветствую. Кира соседка наша. Просто странно. Произошло то, что произошло. Так. И их двое. Так... Я уже начинаю переживать. Лёх, подожди. Что случилось? Лёх. Опять что-нибудь с вашим Майнкрафтом? Чё, играй? Сюда иди. Рассказывай, что опять произошло? Чего, Кира, что я опять обтекать? Да. Я... Кира объясни. Нужна? Нет? Кира. Сюда иди. Кира, здравствуй. Здравствуй. Можно вопрос, откуда ты знаешь Алексея нашего? Сосед твой. Сосед твой. Ну, мы вот прямо за стеной они живут. Подожди, то есть ты его сосед? Че, а ты в смысле? А че, Кир, ты как бы... Подожди, Кир, а при чем здесь... Собрался? Подожди, а вы прям... Как в смысле через стенку? Буквально через вот стенку? Вот прям здесь. Вот. Подожди, то есть там да, вот через... Да, вот там прям, да. Это общий... Вы в общем там были. Ты вот эту да, дверь да, соседняя. Да, да, да. Да ты врешь. Не, реально? Что такое такое? Ты че? Ты меня че оскорбляешь? Это ты натворил дел, я пришел за тебя. Я дел натворил. Еще пока неизвестно, что вы... А я сейчас скажу, что он натворил. У меня деньги не пропадали, ничего нет. Он в школе учится вроде... Ты уверен, что у тебя деньги не пропадали? Да я уверен. Так, подожди. Очень странно, что... Подожди, вы недавно переехали. Ну вот же ты же недавно, снимал, когда мы переехали. Ну летом, да, то переехали. Есть полгода назад вы переехали? Да. Вот они познакомились, общаются иногда сейчас. Иногда. А ты знаешь, что это за человечек у тебя, сосед?
Я думаю, знает прекрасно, да? Я знаю. Да, ну, его в одну игру вместе играет. Не, я... А это, Лёх, что началось-то? Не, я к тому, что... Что он делает у нас в Майнкрафте? Как он донатит? Либо... Просто такой странный момент, что... Как бы... Я... А что там про деньги-то, я понятно. Да про деньги, что я думал он один. Опять ты что-то спёр? Скажи, по-моему. Лёх, может ты расскажешь, почему? Почему? Что ты случилось? Соседка, почему? Хватит. Куда я пойду? Сразу. Он так с тобой тоже общается? Нет, нормально он, да? Ты была ненормально, сидели, ржали, что-то занимались своим там. А давно вы сегодня вместе-то, сегодня вот? Вы давно там сидите? Я пришла недавно, они уже где-то, наверное, час, я думаю. Это, а? Они уже были здесь. А, часа полтора сидим чуть. На сайте-то у меня не бывали случайно? А, Лёш? А? Ты что ты сделал-то опять? Мне постоянно говорят, убери ты владельцев из продажи, гриферов не будет. И сейчас мы убираем владельца из продажи аж с двух серверов. Вон чувак бегает, он даже пока не подозревает. Он не знает, что мы сейчас уберем владельца из продажи на некоторое время с двух серверов. Смотрите, сзади меня есть сервер выживания номер один, а есть номер выживания два. И мы убираем прямо со всех серверов. Мы сюда сейчас прямо с вами прыгаем. Опа, мы с вами оказываемся на втором сервере выживания. Вот написано, сервер уже зашел на сервер. Босс, привилегия владелец сервера. Отсюда мы ее уберем. Первого сервера выживания и со второго сервера выживания. Посмотрите, вот, мы сейчас находимся с вами на втором сервере. Пишем команду «Hub». Перемещаемся с вами на выживание номер один. Сюда заходим и здесь, посмотрите, здесь вообще у нас ночь. Мы сейчас зашли сюда, YouTube, Сержу зашел на сервер, все это видят. И отсюда мы убираем владельца сервера из продажи тоже вообще. То есть нельзя будет купить владельца никак, нигде, ни на каком сервере выживания. Мы так делаем редко. Пожалуйста, привилегия, владелец сервера, сейчас ее здесь можно купить. Тыкаем на нее, посмотрите, наш сайт выпадает, нажимаем сюда и переходим сюда и смотрим. Бум, вот смотрите, пожалуйста, сейчас вам показываю, как это происходит. Вы заходите на наш сайт и хотите купить владельца. Вот, вбиваете свой ник, пожалуйста, прям, да, вот, ник Серджо, вот я вам показываю. Наводите мышкой, хотите купить, нажимаете купить, и ничего не происходит. Все сбрасывается. Вот как выглядит, когда нельзя купить владельца. Сейчас мы отключили продажу, чтобы показать вам, как это, когда нельзя купить владельца. Прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, прямо сейчас мы включили возможность стать владельцем, чтобы получить права такие же, как у меня, практически. Поэтому успевайте, скоро мы уберем на некоторое время, может на неделю, может на две, посмотрим, как пойдет, чтобы было меньше гриф. Друзья, вот уже чуваки ко мне подошли, смотрят на меня. Короче, успевай становиться владельцем. Все, go, IP в описании. Че, опять что? Ну, он а как думаешь, что опять? Ну, я не знаю. Ну, вот как думаешь, что опять? Вот, значит, что-то с деньгами раз там. Значит, что-то с деньгами. Давай, Леша, расскажи. Почему? Как это? То есть ты знаешь, что он Леша? Подожди, а ты... Подожди. А ты знаешь... Ты, подожди, ты ролики с ним смотрел? Да. Тогда ты знаешь, что я, получается. Да. То есть, подожди. Ну, конечно же, ты же все рассказал, правильно? Что я? А я кто? Я Сержа, получается. То есть она все знает. Я тут думаю, она. Чего я? Что за что-то сразу? А, нет, ребята, я давайте. Не понять, да. Не, подожди. У меня ничего ну, я не попадал. Ну ты же не гриферш, ты же не можешь быть гриферш. Нет. Хитро как-то, да? Мне что-то непонятно. Подожди, давайте так. Я вообще шел, карты поменялись. Я шел к тебе. Потому что я думал, что это он задонатил. Ну, это ты задонатил? Потому что. Карта чья? Его? Карта его! Так, я шел сюда. Подожди, ты еще не смотрел. Может, ты не в курсе. Я шел сюда, чтобы он думал, он сдонатил, потому что его карта идет. Кстати, ты, может, не в курсе, какая сумма? Я вообще не в курсе, у меня ничего не пропало. 210 тысяч сумма. В смысле, блин? 210 тысяч. Я прихожу, вас здесь двое. Ты знаешь, что я сержу, вы, оказывается, сосед. Ну что это такое? Откуда деньги-то? Лёш, ты ее что ли втянул? Ты втянул человека? Соседа? Или подожди, или кто кого втянул? Твои деньги? Ты, он у тебя украл деньги, получается? Или ты чё? Он меня не брал. Кир, что у вас здесь происходит? Чё Кир, вас, может, ты нам поверишь? Может, я просто слишком... Это твои деньги, что ли? Если это твои, откуда у тебя такие деньги? Кир, ты решил заманить деньги, что ли, или что? Ну, а чьи? Чё, не мои? У тебя на карте оказались сколько? 200? 210 тысяч его карты, с Алексеем там. 210 тысяч, ты их донатил. Откуда деньги? И тут с этим связана Кира, я так понимаю. Посмотри ты у себя деньги. Кира, мне казалось, ты скромная девочка хорошая, я сейчас буду разочаровываться, что происходит вообще. Ну, Кир, твои деньги, скажи честно, потому что у нас денег не было, твои деньги. Лёха, ты её... Значит, это твои деньги, Лёх, и ты их втянул. Ну откуда у него деньги, он не работает, откуда? Ну ты же донатил, ты донатил. Он не просто так никогда не приходит. Здрасте, неважно, блин. 210 тысяч, неважно. Расскажи, просто, пожалуйста, как все было на самом деле. Если это твои деньги, то скажи, они же у тебя, ты же тоже не работаешь. Ну откуда эти деньги у тебя? Они просто так... Просто, не, ну слишком очень лютые совпадения. Ну, соседи тут донатили, сидите, играете. Ну врут же. Да, конечно, ну, ладно, в общем, короче, я же не просто так...
Принес. 210 тысяч я принес. Я принес 200 тысяч, только... Кому-нибудь тому. И твоей маме приносит деньги. Карты. У тебя нет. На карте были эти деньги, он их принес. Ну, с твоей карты. Сидели, просто играли. У него есть, я, его отображается, с какой карты приходят. У тебя с карты. У тебя с твоей карты, Лёш. Это основное приложение. Не надо мне рассказывать. Она говорит прям железно. Нет, карта была твоя. Так, смотри. На, если... вот. 210 тысяч. Я даю тебе. Я тебе, поняла. Хорошо. Что я... Мне же нужно понимать. Это, раз это не ты, вы сидите вместе, задонатили, да, в самое ближайшее время. Соответственно, что я предполагаю? Что это деньги чьи? Твоей мамы. Правильно? Ну, значит, мама в курсе, где ты вообще сейчас? Ну, я сейчас позвоню тогда маме и скажу, спрошу. Зачем маме? Я но, тут есть. Ну, ты тут есть. Нет, что деньги, тут есть? Деньги мамы твои, а честно. А ты боишься, если вы нигде не воровали, что ты боишься-то, я не пойму. Деньги, что я не пойму, вы донатили или нет? Нет, не донатили. Нет, Лёх, что ты говоришь? С твоей карты, я тебе еще раз говорю. Она уже испугалась. С твоей карты. Ты ее втянул куда-то или что? Что ты сделал? Удивить хотел человека? Что он тебе сказал? Что он тебе сказал? Да. Что ты взяла у мамы? Что он тебе да. сказал? Как мамины деньги, сказал? Папины деньги, бабушкины деньги. Чьи деньги? Чьи? Мамины. Я сейчас позвоню маме. Не надо маме звонить. Не надо, потому что что? А у тебя, подожди, а у тебя прям номер есть, вы общаетесь? Ну, конечно, ну, мы же соседи, надо же. У меня и Кирин номер есть. Ну, а, и твой номер тоже. Конечно. Значит так, если ты боишься, что я маме позвоню, значит деньги твои. Просто ответь, что он тебе сказал, как он тебя втянул. Да, ребят, все, мы уже все поняли. Вы он, это все, вот кто-то из вас сказал? Это сделал. Что ты ей сказал? Какая для чего сложность? Она? Про ролик? Ты что, хотела... Ты что, в ролик попасть хотела? Что? Что, в ролик хотела? Ну, говори уже правду, ладно. Уже мы же там, все уже понятно. Я понял, вы двое. Ты же хотела попасть в ролик, вот он пришел, ну, попала. А, молодец. Ты человек... Начинается наезд. Мои деньги, ты что? Нет, подожди, кто кого втянул-то, я не пойму. Ты ее втянул, что ли? Чтобы она в ролик попала? Или она попросила в ролик попасть? Что-то не пойму. Попросила. Ты подожди, ты попросила в ролик попасть, да? Ты сам сказал, что это будут твои, типа, деньги. Так, ребята, срочно, досмотрите это до конца. Короче, когда я уже ушел, мама Леши сняла видео мне и отправила мне прямо в Телеграм. Она, то есть, пошла прямо с этими деньгами к ним в их комнату и начала с ними разговаривать. Короче, вот это вот все она мне отправила в Телеграм, и там я все это выложу. Обязательно смотрите это все до конца. Нельзя же тоже. Сейчас я поговорю с ними. Чего ты опять сидишь в своей свободе? Сидят тут опять играют. Леха, ну поговори что ли? Чтобы стать антигрифером, вам нужно зайти на наш сайт sejucraft.ru, тыкнуть на три полоски и нажать «Стать антигрифером». Вы перейдете в наш Телеграм, и вам нужно будет написать команду «Старт». После этого мы выбираем тип подписки. Ну, например, антигрифер. Перейти на наш сайт можно по ссылке в описании под видео. Вот вы сейчас смотрите видос, вот здесь есть ссылочка, тыкаем туда. Вы попадаете на наш сайт. Здесь можно стать антигрифером, но поспешите, потому что места ограничены и цена повысится. Ну, то есть все-таки была договоренность, я поняла. О, ребята. То есть одна хотела попасть в ролик, другой хотел ее прикрыть, сдал. Ну, такая дружба, вот такая миленькая. А почему, подожди, а что я не знал, что вы соседи так долго? Все. Ты так... Какая тебе разница? Надо... Да большая мне разница, я прихожу, я с твоей картой, значит... Надо валить, а! Ты ее втянул! Ты же знал, что я приду. И ты, получается, Кира знал, ну, что я приду. Ну, конечно, она знала, догадывалась. Да потому что все знает. Да, ну, скажи честно, ролики видела просто все. Ну, конечно, все ты видел, знаешь. Конечно, видел все. Ну, маме тогда, давай маме ну, тогда что, позвоним. Ну, тогда мне нужно, я же не могу тебе сейчас деньги отдать. Я сейчас отдам, я они опять задам. Да никакой, нет, подожди. Сейчас, деньги не надо давать. Ну, тогда или, что мне? Маме звонить, маме. Ну, звони, Кир, сейчас ты... она перепугается там. Я думаю, что она вечером, во сколько она с работы приходит? 5-6? Тебя мама когда приходит? Я просто... Вот я просто в 7 часов зайду к ней, уточню, как там, насколько все пропадало. Мама вот в курсе, все? Что тут? Давай, мы маме все расскажем, получается. Мама в курсе, что ты здесь. Деньги все равно надо возвращать. А. Придется рассказать. Я что скажу, откуда у меня деньги? Я пришла, украла, что ли, у мамы с карты. Лёха, а ты что стоишь? Ты зачем человека вот тут стоишь? Зачем ты втянул это? В ролик попасть? Весело? Его, посмотри, зажали, стоят такие. Да, вы что, ты что-то не договариваете? Что-то не договариваете, еще не... Мама в курсе, все, что ты 210 тысяч взяла? Да нет, конечно, ну скажи честно, не в курсе же. В курсе? Так позвони тогда сейчас. Сейчас расскажи. Позвоню. В курсе она? Ну, может, прямо сейчас позвонить или она на работе? Я не знаю. Работе. Позвонить надо и рассказать, что ты 210 тысяч. Была она в курсе или нет? Я уверена, что Лена не одобрила бы этот момент. Лена зовут? Маму Лену да. зовут? Я уверена, что она бы не одобрила этот момент, что 210 тысяч. Знаешь, мы тут не список Forbes живем здесь.
обычные люди. С мамой вечером тогда мы поговорим. Давайте не надо, давайте просто отдадите мне деньги, и я пойду домой. Ну как отдадите деньги? Я не знаю, ты их потратишь или еще что-то. Ну что значит, не надо маме, Кир, надо маме. Я сообщу ей, чтобы она за тобой следила. Не надо, я не знаю, чего, или отдавать. Нет, ты что, хочешь, чтобы тебе сейчас деньги отдали, и ты пойдешь домой? Ну как не надо, ты эти деньги как потом положишь? Я не уверена, что они эти деньги как бы не уйдут опять туда же. Ну что делать? Ну я не знаю, я бы не отдавал ей деньги. Ты что, я сейчас тебе отдал деньги, чтобы ей дать деньги? Все, я принимаю решение, пусть меня осудят, на камеру все зафиксировано, я деньги забираю, вечером с мамой поговорю. Ну... А, ребята, все, кто антигриферы в нашем телеграме, вот они, эти ники, вы их видите. Поэтому спасибо огромное Александру Мощному антигриферу, мистеру Хаги, Оликсу Мощному, Тол Мощный антигрифер, спасибо вам большое. Алина, Альбинка, Мандаринка, короче, вот я просто выбираю любые ники, и, конечно же, здесь есть я, Сержу. Короче, ты тоже можешь сюда попасть, станешь антигрифером, смотри дальше, спасибо вам. Так, ну там дальше началось это выяснение. Я это как бы в Телеграм это отправил. Можете там посмотреть вот это вот выяснение у них. Я закрывал как-то на ключ. Я просто для зрителей хочу. Да что ж такое-то? Что вот здесь вот тамбур есть? Ну просто расскажешь. Ну вот. Вот здесь. Вот это, вот прям вот эта квартира, то есть вы соседи. Да. Друзья мои, я забрал у них все админки, которые они купили, они сделали это совместно. Накупили они вот этих вот владельцев. У нас реально почти всю неделю вот эта привилегия была вот по такой цене, реально. Была почти всю неделю, увидели, что донат огромный, а снова установили скидку. Ребята, сейчас сделаем скидку, буквально вот сегодня, завтра, и уберем ее. Вот есть такой челик, смотрите, кликните по NPC, он прямо на спавне. И есть такие бесплатные админки на Сержу Крафт. Ребята, здесь есть, смотрите, донаты за киллы и донаты за время. Можно реально за время получить випку, можно получить админку, а можно получить основателя. Ребята, это можно получить реально эти привилегии. Вот они. IP в описании под видео. Заходим, быстрее, успеваем, все. И, ребята, не переключайтесь, хочу вам кое-что показать. Мне мама Лехи скинула видео. Я даже его не успел смонтировать, включая громкость на полную. Вот его фрагмент, посмотрите. Ну что ты втянула? Ты что-то не мог отговорить ее от этого? Или тебе было на руку это просто? Я понять не могу. Почему? Ну, я согласился. Ну ты согласился, блин. Кир, ну мне что маме-то теперь делать? Давайте просто не будем ничего говорить. А мама Лёши прислала мне видео, вот деньги. Вот деньги, Надежда. Я уже ушел домой, а мама Лёши решила их снять. Это видео отправила она мне в Телеграме. Я выложу для антигриферов. IP в описании, можете стать антигрифером. Заходите, везде все IP в описании. Заходите сюда.